ходилку-бродилку с гномиками, мышками или же какими-нибудь эльфами. Нет, а зря. Не так давно компания Monolith выпустила забавную игрушку «Get Me Devil». В ней вам предстоит окунуться в мир подземелий, загадок и драконов, попасть в мир фэнтези, изрядно сдобренный к тому же большим количеством юмора и приколов. В игре четыре основных героя – Келлина Воительница, Эрик Эльф, Зарет Варвар и Левина Чародейка. За кого играть, решайте сами. Но знайте, что главное в игре не наличие мускулов у героя, а его характер. Цель одна – найти и уничтожить кровожадного дракона, терроризирующего волшебный мир. Но чтобы до него добраться, вам придется одолеть 40 уровней, кишащих различными букашками, пауками и мышами. В пути будут обязательно встречаться сундуки с ценными предметами, рубильники, открывающие и закрывающие двери, и даже телепорты. Все это похоже на настоящий квест. Но это не так. Все-таки эта игрушка больше похожа на банальную аркадку, которую думать головой практически не надо. Знай себе, жми на кнопки и собирай урожай драгоценностей и загубленных жизней врагов.